What's up guys, Super Saf here. Today's a very exciting day because it's Oppo's very first online launch event in Europe. I'm in Barcelona and I'm gonna be the exclusive influencer that's gonna be taking you with me on this journey behind the scenes to uncover the ultimate experience. And definitely dress for the part. You've heard of Oppo before, of course. Ну что, вы, наверное, слышали про Oppo. И я на канале часто о них говорю. И, наверное, слышали про теннис и про гонки. И если вы слышали, они представили первый телефон без рамок. А сейчас они готовы представить новое поколение. Но сегодня об этом узнаем. Итак, я еду сейчас на мероприятие, и, разумеется, звездой нашего шоу будет серия Find X2 и конкретно Find X2 Pro. Там будут самые лучшие функционал, один из лучших дисплеев на рынке и самая быстрая зарядка. Барселона. Отличное место для того, чтобы запустить новый продукт онлайн. Прекрасное место, я уверен, что мне завидуете. Ну что ж, мы приехали. Это специальный форум CCIB. Здесь проходит множество мероприятий. Майкл, рад видеть. Как твои чувства? Немножко нервничаю. Много времени прошло со времени последней презентации серии Find. Но я, собственно говоря, тоже буду участвовать в этом. Есть что-то особенное? Да, есть некий челлендж. Вот телефон. На самом деле батарейка разрядилась, нужно его зарядить. И нужно зарядить его за 38 минут. Но я вижу, что на нуле. Что-нибудь еще расскажете? Не знаю. Может, я ничего не расскажу. Никаких деталей. Просто подожди, все увидишь. Желаю всего лучшего. Давайте, удачи. Hello, everyone. Добрый день. I'm Michael Tran. Меня зовут Майкл Тран. Я возглавляю подразделение по стратегии и продуктовому маркетингу Oppo в Западной Европе. Изначально мы хотели запустить на конгрессе в Барселоне, но мы затем отказались от этого ради безопасности наших партнеров, гостей, сотрудников и друзей. Ваша безопасность для нас — приоритет.
И мы решили использовать новые способы для запуска нашего нового продукта. Поэтому я рад, что вы со мной сейчас на связи и готов представить вам новый флагманский продукт. Но прежде чем я расскажу о нем, я хотел бы рассказать о нашей потрясающей истории и о нашем видении будущего, в котором все и все будут соединены связи пятого поколения. ОПА основана в 2004 году, и с самого начала мы были настроены решительно. Любое устройство должно стать дуэтом инновационности и эстетической привлекательности. Некоторые из вас в курсе, что начинался ОПА с аудиовизуальной аппаратуры, MP3, MP4 плееры и цифровые плееры Blu-ray. В 2008 году, почти 10 лет назад, мы запустили наш первый кнопочный телефон в Азии. Телефон со смайликом, где в одном из глаз была спрятана камера. Дизайн и технологии с тех пор ушли далеко вперед. Но наше кредо остается прежним. Начинали мы скромно, но при этом наш бренд продолжает расти и развиваться. Сегодня ОПА присутствует в более чем 40 странах и регионах. У нас 6 исследовательских подразделений и 4 центра инноваций, международный центр дизайна в Лондоне и более 40 тысяч сотрудников. Сегодня мы представляем по-настоящему международный бренд, у которого 320 миллионов довольных клиентов по всему миру. Фактически один из 30 пользователей смартфонов в качестве компаньона на каждый день выбирает именно ОПА. Лучшим мерилом успеха для нас служит обратная связь от клиентов и роль, которую мы играем в их повседневной жизни. В Австралии клиенты признали ОПА компанией номер один по удовлетворенности. И не один, а 3 года подряд. Успех помог нам создать крепкий, пользующийся доверием бренд и выйти на новые рынки по всему миру. В 2018 году мы официально зашли на европейский рынок. Но при этом мы остаемся верны своим ценностям. Мы не просто приходим и продаем смартфоны. Мы интегрируем свои технологии в саму ткань европейской культуры. Формируем команды из местных сотрудников и налаживаем партнерство с местными центрами дизайна и искусств. Недавно мы вышли на новые рынки. И в ближайшем будущем планируем выйти Бельгию, Германию, Ирландию, Португалию и Румынию, и Узбекистан. Мы готовы делиться нашими товарами с большим количеством людей по всему миру. Такой подход импонирует потребителям. Он гарантировал нам присутствие в 10 европейских странах и прирост продаж на 200%. Мы сформировали ключевые партнерства с легендарными брендами, такими как футбольный клуб «Барселона» и теннисными турнирами «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», потому что они разделяют наши идеалы и философию. В Европе серия «Find» известна давно. Именно в Европе, в роскошном павильоне Лувра в Париже, мы представляли европейским потребителям новинки из линейки «Find», «Find X». Это был триумф воображения. Find X стал первым смартфоном в мире с выезжающей камерой и полноэкраном панорамным дисплеем. Поистине революционное устройство, идеально отражающее дух серии Find. Поиск единства технологии и искусства. Это было не в первый раз. Я уверен, что вы знаете, серия Find — наша флагманская серия. Именно в ней уже многие годы мы демонстрируем самые последние наработки. В 2012 году мы представили Finder, первый телефон в серии Find. Это был тогда самый тонкий телефон. Затем мы представили Find 5. У него был впервые среди всех смартфонов экран с расширением 1080p, и в том числе эстетика темного экрана, которая получила премии. В 2014 году появился Find 7 с революционной технологией быстрой зарядки VOOC, значительно опередившей время. Разумеется, и был и Find X. Но наши инновации отражены не только в серии Find или
других линейках смартфонов. Сегодня Oppo уже далеко и не просто бренд смартфонов. И это все благодаря нашему духу первооткрывателей и решимости добиваться совершенства в любом деле, за которое мы беремся. На Дне инноваций Oppo в прошлом году мы анонсировали выделение 6 миллиардов евро на исследования в таких областях, как интернет вещей, искусственный интеллект и облачные технологии, чтобы и дальше радовать клиентов инновациями и ключевыми технологиями. А в 2018 году мы вложили в исследования 1,3 миллиарда евро. На том же самом мероприятии мы показали прототипы очков дополненной реальности, роутера и Anko Free, по-настоящему беспроводных наушников. Все эти новинки, интернет вещей, роутер, дополненная реальность, объединяет одно — технология 5G. Компания Oppo находится в авангарде исследований технологии 5G, с 2015 года. В прошлом году технология будущего 5G превратилась в реальность. В 2019 году услуги 5G запустили более 40 мобильных операторов по всему миру, в 10 раз больше, чем в первый год запуска 4G. В новую эпоху 5G мы очень ценим превосходное сотрудничество и поддержку со стороны всех наших партнеров. В прошлом году мы анонсировали специальный проект по развитию технологии 5G совместно с операторами. Полномасштабное внедрение 5G начнется в этом году. И я с гордостью объявляю, что в 2020 году, включая 11 новых ведущих операторов, Oppo будет работать с более чем 30 операторами по всему миру. Благодаря этой инициативе мы будем сотрудничать еще теснее с нашими партнерами. Мы будем разрабатывать технологию 5G, продукты и предоставлять великолепное качество связи потребителям всего мира. В течение этого периода мы подали заявки на более чем 2500 патентов по технологии 5G. И кроме того, мы провели первый видеозвонок, обеспечили первое соединение 5G и запустили первое коммерческое устройство с 5G в Европе. Это Renault 5G в Швейцарии. Oppo верит в том, что 5G изменит то, как мы живем и как мы взаимодействуем со всем миром. Эта технология объединит все посредством целого ряда устройств. В 2020 году мы ожидаем, что 5G будет способствовать взрывному росту в стриминговых услугах по видео и мобильных играх. Но смартфон останется в центре этого взаимосвязанного мира. И поэтому нужно, чтобы у каждого было устройство, которое соответствует требованиям 5G. И поэтому позвольте мне прямо сейчас представить вам самый молодой члена семьи Find. Серию Find X2. Серия Find X2 станет идеальным устройством, поддерживающим технологию 5G. Вы сможете не только быстро загружать и смотреть ваши любимые фильмы и шоу в идеальной четкости. Данное устройство будет использовать все инновации, которые постепенно появляются по мере реализации технологии 5G. Find X2 Pro — это наш флагманский продукт, тот, который задаст новые стандарты для отрасли. Как вы знаете, экран — один из самых лучших и самых значимых частей в смартфоне. И поэтому мы знаем это, и Oppo представляем специальный экран Ultra Vision. В 2020 году мы считаем, что экран в 120 Гц станет стандартом и нормой
для отрасли. Поэтому вам нужно устройство, которое обеспечит плавный, четкий, точный отклик и комфортный, будет комфортным для глаз. И с новым дисплеем Find X2 Pro вы сможете чувствовать, видеть гораздо больше, чем раньше. Фактически, у вас появится в руках полноценный кинотеатр. Как я уже сказал, в серии Find X2 будет сверхчувствительный экран с частотой обновления 120 Гц. Изображение будет более плавным и реалистичным. При просмотре футбольных матчей, мотогонок, гонок Формулы-1, изображение будет гораздо более плавным. И даже базовые вещи, пролистывание приложений покажутся более четкими. Экран с частотой обновления 120 Гц на Find X2 Pro также понравится геймерам, потому что в 120 Гц гораздо больше контента. Там обычно частота выше. Поэтому неважно, чем вы занимаетесь, что-то ищете в интернете, смотрите любимые фильмы, шоу или спорт, частота обновления 120 Гц даст вам идеальное качество изображения. Кроме того, частота отклика будет 240 Гц. Это означает, что реакция на ваше прикосновение будет быстрее. Я знаю, что для геймеров победа или поражение может определяться каждой миллисекунды. И с помощью Find X2 у них есть это преимущество. Мы также поддерживаем экран QHD+, и экран ультравысокого разрешения. Это означает, что вы сможете смотреть свои любимые видео и шоу в идеальной четкости. Итак, мы знаем, что экран плавный, четкий, но на этом останавливаться не хотим. Мы хотели бы, чтобы появились насыщенные цвета, и поэтому мы внедрили специальные технологии, которые позволяют вам отображать цвета в 10 битах. Это 1 миллиард цветов. В сочетании с дисплеем в формате QHD+, и тем фактом, что каждое устройство отправляется с завода с калибровкой цвета, все это позволило нашей серии Find X2 получить специальный рейтинг, высший рейтинг A+, от специально независимого агентства DisplayMate. Итак, во-первых, у вас есть первый смартфон с частотой обновления в 120 Гц, и кроме того, у вас есть сертификация от специального бюро TUV Rhineland. Итак, мы сокращаем голубой свет на 40%, а наш адаптивный дисплей быстро подстраивается под окружающую среду. Потребители могут быть спокойны. Экран не только чистый, красивый и полный красок, но и безопасен для глаз. А сейчас я хотел бы рассказать вам о специальном движке, о специальной технологии, у которой есть две функции — компенсация движения и HDR-оптимизация видео. Во-первых, поговорим о компенсации движения. Сейчас большая часть мобильных видео снята в 24 кадрах и 30 кадрах в секунду. Наша технология Motion Clear обеспечивает возможность конвертировать видео в 30 кадрах до 60 или даже 120. Поэтому неважно, смотрите вы спорт или играете в компьютерные игры, компенсация движения сокращает размытость быстрых движений на экране. Кроме того, Find X2 Pro прошел сертификацию по стандарту HDR 10+. Это первое устройство на рынке, способное преобразовывать контент стандартного расширения в видео, будто бы снятое в высоком динамичном диапазоне с помощью первого в отрасли аппаратного алгоритма по конвертации SDR в HDR. HDR Enhancer поддерживается партнерами, включая Amazon и YouTube. У Find X2 есть не только двойные стереодинамики и система Dolby Atmos, ощущение, будто ты смотришь крутое кино, идеальный экран для просмотра спортивных мероприятий, танцев в TikTok и боевиков.
Итак, одним словом, Find X2 — это карманный кинотеатр. Использует алгоритмы искусственного интеллекта. Разрешение с частотой обновления 120 Гц. Глубина цвета 10 бит. Стереозвучание. Роскошный экран. Поэтому вам и нужна и превосходная камера для создания контента, и видео, и фото. И как всегда, Oppo делает серьезный акцент на возможностях камеры на всех наших устройствах. Мы знаем, что это один из самых важных аспектов для потребителей. Серия Find X2 флагманская, и, конечно, мы сделали еще один шаг вперед для создания лучшей камеры в отрасли. Не верите на слово? Правильно. Мы призвали на помощь экспертов из независимого сервиса оценки камер DxOMark. Каков их вердикт? Да, гордимся первым местом. Многие из нас вместо фотоаппаратов выбирают смартфоны. Именно они запечатлевают самые запоминающиеся моменты и самые захватывающие приключения. Мы знаем, что в некоторых ситуациях камера смартфона по-прежнему не справляется. И сегодня мы хотели бы показать вам, что мы усовершенствовали для создания идеальной камеры смартфона и завоевания первой строки в рейтинге DxOMark. В Find X2 Pro три камеры. Телеобъектив с 13 мегапикселями, ультраширокоугольный кинообъектив с 48 мегапикселями и основной широкоугольный объектив разработан эксклюзивно для Oppo. Иначе говоря, это профессиональная камера начального уровня. Кроме того, Find X2 Pro применяет технологию Dual Native iOS. OIS. При ярком освещении он улучшает динамический диапазон и устраняет пересвет. А когда освещения не хватает, он подавляет шум и повышает качество ночных снимков. В сотрудничестве с Sony мы применили матрицу IMX 689 только в Oppo для создания идеальных ночных фото. За счет увеличения объема матрицы на 96% и 130% увеличения чувствительности, Find X2 Pro может пропускать больше света и, соответственно, делать более качественные ночные снимки. Основной камерой Oppo Find X2 Pro используется кастомизированная матрица Sony с разрешением 48 мегапикселей IMX 689 с большей площадью. Матрица — это лучшая среди матриц мобильных камер с размером 48 мегапикселей. Вы знаете, что самая главная фотография — это пропуск света. И поэтому мы делаем все, что можно для того, чтобы повысить качество. Размер одного пикселя — это 1,12 микрометра. А если объединить 4 пикселя, получается 2,24 микрометра. Итак, в Find 2X Pro мы первыми в отрасли внедряем прорывную технологию All Pixel Omnidirectional PDAF. Благодаря ей каждый пиксель становится точкой фокусировки. Это означает, что вы можете фокусироваться быстрее и более точно, даже там, где темно. И специальный показатель, эффективность первой фокусировки вырастает до 97%. Итак, у нас существует два типа клиентов. Обычный потребитель, им нужна обычная камера, для того, чтобы она фотографировала все хорошо и качественно. Просто чтобы, когда они посмотрят через несколько дней, все выглядело идеально. Но есть и энтузиасты, профессиональные фотографы. Им нужна максимум гибкости. Они хотят все сами подстроить. И поэтому наша новая серия Find X2 реагирует на оба запроса от обоих типов клиентов. Мы представили ультрачеткий ночной режим 3.0. Впервые такой режим можно использовать в пределах всего фокусного расстояния.
и, конечно, создавать замечательные фотографии в условиях низкого освещения. Но мы на этом не остановились. Мы представляем ультратемный режим. Посмотрите. Вот эти изображения снимались в том же самом изображении. Но то, что видите справа, эта фотография была сделана с помощью Find X2 Pro. И теперь наши клиенты могут охватывать больше деталей. Благодаря этой широкоугольному объективу мы представляем режим супер-макро. И минимальное расстояние всего 3 сантиметра. Вы можете делать фотографии очень-очень мелких объектов. И кроме того, если вы помните, Oppo впервые представил технологию 10-кратного гибридного зума. А сейчас мы пытались ее усовершенствовать. Конечно, когда вы приближаете, то может быть некий эффект прыжка. Не так уж это просто. Но сегодня данные функции стали очень разнообразными. И поэтому мы хотели бы внедрить лучшую версию именно в наш флагманский продукт Find X2 Pro, для того, чтобы ваши впечатления были идеальными. И поэтому тот эффект прыжка, о котором я говорил, он минимизирован. Все будет гораздо более плавно. Так же, как у вас это проходит на профессиональной камере или без зеркалки. И кроме того, для профессиональных фотографов мы предоставляем возможность снимать изображения в формате 12-бит RAW. Это исходный формат. Вы можете получать четкие, насыщенные цвета. Но, опять-таки, ведь важны не только фотографии. Как мы знаем, эра 5G — это эра видео. Find X2 Pro раскрывает мощный потенциал видео, чтобы наши клиенты могли создавать контент, использующий характеристики экрана на полную. При создании идеального видео нужна стабилизация. Она есть и в Find X2 Pro. Теперь эта функция есть и в ультраширокоугольной камере, и в режиме сверхстабилизации. Угол шире, стабилизация лучше, изображение четче. Благодаря этому Find X2 Pro дарит более высокую степень стабилизации в каждом из сценариев использования. Вы можете бежать, ехать на горном велосипеде или на американских горках. Усовершенствованный режим сверхстабилизации гарантирует, что ваше видео будет выглядеть идеально. Как только мы решили проблему стабилизации видео, снятых смартфонами, следующей задачей стало обеспечение насыщенности цвета. И для этого мы внедрили режим Live HDR. На аппаратном уровне используется HDR в режиме реального времени. И все это благодаря внедрению таких функций, как 10-битный цветовой диапазон, технология 3 HDR и корректировка цветов. Благодаря этому качество изображения и детализации вырастает. Освещение выглядит более сбалансированным, исчезает пересвет на светлых участках, а на темных участках проступают детали. Раз есть видео высокого качества, нужен и хороший звук. Find X2 Pro поддерживает возможность записи звука с 3 микрофонов, что снижает шум от ветра, дает объемный звук и возможность фокусировки записи звука на объекте для получения чистого и четкого звука. Добрый день! Как вы слышите, шум от ветра очень сильный. Итак, нажмем кнопочку, и вот шума нет. У меня сзади пляж. Пойдем туда и сейчас сделаем пару фотографий. Итак, теперь у вас на смартфоне идеальная камера для съемки идеального видео. Но зачем нужны кадры высокого качества, если для монтажа нужна какая-нибудь сложная программа? Find X2 предлагает SoLoop, интеллектуальную платформу монтажа. Обрабатывать видео станет гораздо проще. В SoLoop можно разбивать видео на категории с помощью алгоритмов, накладывать шаблоны и фильтры, быстро подбирать и добавлять фоновую музыку. Вы еще никогда не редактировали видео с такой легкостью. Find X2 — универсальный автор и монтажер в одном устройстве. И лучший
на рынке. Благодаря Find X2 каждый может стать профессиональным режиссером. Раз у Find X2 Pro есть все эти замечательные возможности для съемки, мы реализовали совместный проект с National Geographic для демонстрации всех возможностей Find X2 Pro в видео. Итак, давайте посмотрим. Еще раз. И теперь у вас есть идеальный карманный фотоаппарат для съемки непревзойденных изображений и видео в любой ситуации, на любом расстоянии и при любом освещении. Вы увидите все детали природы. Вы сможете легко зумировать и навести даже фокус на самые подробные и мелкие детали. Сегодня это лучшая наша камера. Потребители могут объединять различные видео, брать видео из стриминга, использовать технологию 5G, а батарея? Батарея, конечно, важна. Нужна энергоэффективная батарея, и кроме того, эта батарея должна уметь быстро заряжаться. Но, и к счастью, Oppo знаменит своими быстрыми зарядками. Мы внедрили технологию быстрой зарядки VOOC в 2004 году, когда мы представляли миру Find 7. Сегодня ей оснащено 145 миллионов смартфонов Oppo в мире. Затем, в 2016 году, на международной выставке мобильной связи в Барселоне мы объявили о технологии SuperVOOC. Мы снова ставим рекорды быстрой безопасной зарядки. Find X2 Pro использует самую последнюю наработку в инновационной технологии быстрой зарядки. SuperVOOC 2.0. За счет максимальной мощности в 65 Вт, SuperVOOC 2 зарядит сверхъемкую батарею Find X2 Pro в 4260 мАч всего за 38 минут. SuperVOOC 2.0 — реализованная инновационная конструкция сдвоенной батареи, чтобы довести мощность заряда до 65 Вт. Благодаря этому мы можем использовать телефон и заряжать его одновременно. Технология SuperVOOC 2.0 не только обеспечивает более совершенную зарядку, но и более высокую степень безопасности. Oppo предусмотрел 5 степеней защиты блока питания, кабеля и устройства, для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Но кроме того, мы запатентовали дизайн сдвоенной батареи и, кроме того, внедрили дополнительные функции охлаждения. Опять-таки, все это еще раз получило сертификацию специального агентства TUV Rheinland. Итак, у нас есть мощный функционал, есть связь в формате 5G, но, кроме того, все это основано на мобильной платформе Snapdragon 865 с модемом X55. Это один из самых продвинутых платформ на рынке. Процессор, который является флагманским, Snapdragon 865, улучшит общее качество работы нашего нового флагманского устройства Find X2 Pro на 25%. Добавьте к этому 12 гигабит оперативной памяти, 512 гигабайт встроенной, и это идеальная рабочая лошадка, которая работает на вас по максимуму в течение всего дня. Кроме того, Find X2 Pro защищен от попадания брызг, пыли и влаги, поэтому случайности ему не страшны, даже если вы прольете на него кофе или чай. Нас отличает качество не только аппаратного обеспечения, мы серьезно усовершенствовали наше ПО. И мы готовы представить вам самую совершенную версию нашего операционной системы ColorOS, ColorOS 7.1. А сейчас коллега Энди расскажет вам больше об этом. Мы предоставляем пользователям лучший дисплей, лучшую камеру, но кроме того, мы представляем и новую операционную систему, основанную на Android 10. Мы представляем ColorOS 7.1. Это облегченный вид, новая система звука и укрепленная система защиты. Все будет быстрее и плавнее. Мы совместно с Google интегрировали их ПО в наше аппаратное обеспечение, обеспечив более гладкий пользовательский опыт для серии Oppo Find X2. Я бы хотел поблагодарить Google за их поддержку Oppo. А сейчас хотел бы поприветствовать нашего партнера и друга, господина Самира Смарта, вице-президента по разработке продуктов в Google.
Приветствую, коллеги. Поздравляю Энди и команду Oppo. Вы запускаете Find X2. Oppo — один из самых крупных и быстрорастущих партнеров экосистем. Они известны тем, что они вкладывают огромные деньги для того, чтобы обеспечивать потрясающий опыт для клиентов. Для нас было огромное удовольствие работать с командой Oppo для того, чтобы создавать эти устройства в течение многих лет. Google очень рад тем возможностям, которые представит 5G. И 5G появится на Android именно раньше, чем на других устройствах. И, конечно, устройство Find X2 находится в авангарде. И они показывают, что можно сделать, если объединить красивый дизайн и совершенные технологии. Во-первых, данные устройства могут предоставить иммерсивные видео в формате 360 и лучший опыт при просмотре YouTube. И мы с нетерпением ждем Find X2 и Find X2 Pro. Мы с нетерпением ожидаем появления этих устройств и желаем вам удачи. Все это позволит оптимизировать впечатление от операционной системы. Мы полностью поддерживаем всю экосистему мобильных услуг Google. Это знак качества, подтверждающий, что наше аппаратное обеспечение, программное обеспечение соответствует самым строгим требованиям Google. Операционная система ColorOS 7.1 — наша лучшая операционная система на сегодняшний день. У нее облегченный дизайн, более гибко настраиваемые иконки, новые варианты иконок и более 30 оригинальных тем. Новые звуки и, кроме того, более 100 фоновых изображений от международных признанных художников. ColorOS 7.1 также использует новый темный режим, а сейчас это одна из самых обсуждаемых функций на Android 10. Мы оптимизировали до нового уровня. Он предлагает более четкий контраст при интерфейсе, который выведен практически в ноль, практически в полную темноту. И здесь обеспечивается более полная сочетаемость не только с системными приложениями, но и с 90% система от внешних разработчиков. И, кроме того, мы обновили его в соответствии с требованиями пользователей в отношении безопасности и защиты данных. Извините. Мы перед презентацией уже говорили о том, что мы хотим продемонстрировать вам, как быстро он заряжается. 38 минут. Все, 100%. Поэтому не просто там огромная батарея в 4260 мАч, он и заряжается быстро. 38 минут. Вернемся к презентации. Итак, серия Find X объединяет и отражает наш исследовательский дух и стремление к совершенству. Я хотел бы анонсировать, что британский актер и победитель, обладатель Оскара Эдди Редмейн стал нашим глобальным послом. Сейчас хотел бы показать вам клип Эдди, где он используют наше устройство Find X2. С самого начала я пытаюсь понять сценарий, понять, о чем фильм. И, конечно, нужно постоянно искать, смотреть, изучать. Вы должны изучить базовые вещи, начать с того, что перед вами. А когда все это уже вошло в вас, вы сможете начать насыщать это красками. Ну, это как учиться играть какое-либо произведение, музыкальное произведение. Почему актеры играют пьесы многие-многие месяцы? Потому что вы всегда совершенствуетесь. Вы всегда надеетесь, стремитесь, ищете, надеетесь найти что-то еще. Верьте в то, что вы еще не знаете. Ищите. Серия Find X2.
Oppo. Итак, давайте посмотрим на основные черты, которые касаются и Find X2, и Find X2 Pro. Как видите, лучшие экраны у обоих устройств. Что касается камер, никаких компромиссов. Самые мощные матрицы, самые мощные объективы, которые можно найти на рынках. И кроме того, Find X2 Pro обладает памятью в 512 гигабайт, так что не нужно ничего стирать. Все всегда с вами. Давайте поговорим о ценах. Find X2 Pro будет доступен с мая, и его цена будет 1199 евро. Find X2 будет доступен с начала мая, и его цена будет 72 990 рублей. Oppo создал идеальное флагманское устройство в серии Find X2. Полностью переработанное аппаратное обеспечение, новый интегрированный решение функционал, возможность использования 5G, фотография, ПО, аппаратное обеспечение, любые игры. Это ваш доверенный партнер по мере того, как мы переходим в поколение 5G. И все это у вас на руке. Еще один сюрприз. Не уходите. Play it safe. I'll show what I got. Made a better catch up. Just time can't wait, babe. Hey, rock you, rock you. Whoa. Like a rocky, rocky. Cool, little one. Don't stop, come a little closer, closer. Come on, you're ready, meditation. Как я уже говорил раньше, Oppo не просто продает смартфоны. Мы вложили 6 миллиардов евро в исследования, и поэтому мы готовы предложить совершенно новые продукты 5G. И сегодня я расскажу об одном из них. Я представляю вам совершенно новый хаб для смарт-домов и офисов. Роутер Oppo 5G CPE, который называется Omni. Omni — первый в мире роутер для 5G, который одновременно поддерживает частотные диапазоны ниже 6 ГГц и спектр миллиметровых волн. Два отдельных модуля с антеннами для сигнала 5G в разных частотных диапазонах. В нем встроено то, что мы называем антенны O-Motion 360 градусов, которые могут вращаться взад и вперед для оптимального приема сигнала 5G в спектре миллиметровых волн. А для диапазона ниже 6 ГГц есть антенны O-Reserve. Они анализируют все 8 антенн и автоматически выбирают 4 с лучшим сигналом для реализации технологии 4.4 MIMO в этом диапазоне. А результат? Omni — самый лучший роутер в том, что касается 5G, в любом диапазоне. Что касается его качества, Omni оснащен модемом Snapdragon X55, поддерживающий 5G, и максимальная скорость скачивания 7,5 гигабит в секунду. И последнее. Я хотел бы еще раз подчеркнуть возможность работы в разных диапазонах, которые поддерживает Omni. Это идеальный хаб для всех сценариев. Он поддерживает не только последний стандарт Wi-Fi 6 с максимальным охватом, но и технологию Bluetooth 4.1 и ZigBee 3.0
для большинства интеллектуальных устройств в вашем доме и офисе. Фактически, вам не нужно ничего дополнительно устанавливать для того, чтобы всегда оставаться на связи. Как я сказал ранее, Oppo верит в то, что 5G изменит наши жизни, то, как мы взаимодействуем с миром. Поэтому выход в свет Omni крайне важен. Именно сегодня этот роутер 5G объединит все интеллектуальные устройства вокруг нас. Я знаю, что вы ждете еще одного устройства. Часов Oppo. Пожалуйста, подождите еще совсем чуть-чуть. Мы организуем для часов отдельную презентацию. Они этого достойны. В 2020 году и в дальнейшем Oppo преподнесет еще больше сюрпризов. Более совершенная экосистема интернета вещей. И мы готовы с ней поделиться. Итак, Find X2. Умножай впечатление. Спасибо. Итак, с нами устройство. Давайте откроем. Итак, премиальный дизайн. Видите, керамическая сзади часть, стекло спереди. Давайте посмотрим мою любимую функцию. Этот замечательный дисплей. HDR10. И самое главное, частота обновления 120 Гц. Все более плавно. Поддерживает 5G, можно будет загружать качественный контент очень быстро и просмотреть его на этом превосходном дисплее. И, как говорит Oppo, умножая впечатление, 5G означает Oppo. Итак, у нас здесь три камеры, есть основная камера, есть ультраширокоугольная камера и есть, в том числе и для зума, гибридный 10-кратный зум. Быстрая зарядка, технология SuperVOOC 2.0, заряжается до 100% всего за 38 минут. И кроме того, есть самые главные характеристики. Как я уже говорил, 12 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт встроенной памяти. С нетерпением жду данного телефона. Ну вот и все, коллеги. Надеюсь, вам понравилось. Ну, пытались сделать что-то по-другому. Наверное, вы так еще не видели такого. Если вы хотите видеть больше таких роликов, сообщайте мне. Заходите ко мне на канал, будет больше таких видео. И, конечно же, это идеальный смартфон. Увидимся в следующий раз.